пятницу в Самарской области ясное небо, местами возможен небольшой дождь, еще чуть потеплеет, температура воздуха в дневное время плюс 20, плюс 22, ночью 10-12 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный 2-4 метра в секунду. Сызрани безоблачно, днем плюс 20, ночью плюс 12, ветер восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем 21, тепла, ночью 14 с плюсом, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облака и солнце, утром возможен небольшой дождь, днем плюс 20, ночью плюс 11, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 38%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.